Беларусь вошла в топ-10 стран по экспорту свежего мяса курицы. Почти 2,5% всех мировых поставок в прошлом году пришлось на долю нашей республики. За рубеж продали продукции на 179 миллионов долларов. На 16-й строчке мы и в рейтинге по отправке замороженной птицы. Аграрии Могилевской области намолотили 1 000 000 тонн зерна. Убрано почти 98% площадей. Лучшие показатели у хозяйства «Диана» – предприятий «Газовик Сипакова» и «Рассвет» имени Орловского. Специалисты вовремя перекинули технику в южные районы для подкрепления. До 5 сентября автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф за нарушение до 96 рублей. Главная цель – привлечь внимание маленьких пешеходов в начале учебного года. Сегодня ночью на Дзержинского горел 4-квартирный дом. По прибытию спасателей часть строения полыхала открытым пламенем. Уничтожено имущество, повреждены стены, потолок и частичное перекрытие. Пострадавших нет, причина выясняется. Бобруйский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Соберем детей в школу». Помогают семьям с низким уровнем дохода, а также ребятам с инвалидностью. Привозят как канцелярские принадлежности, так и средства гигиены. До 15 сентября присоединиться к акции может любой желающий. Thank you.